Полюбила хулигана, полюбила и не знаю, как теперь жить без него. Полюбила и закрыла свое сердце от всех, кроме его, на замок. Но я не знала, что больно будет, я не знала, что он погубит сердце и душу мою. И то, что душу рвет на части, но я за ним ко дну. А ты гуляй, 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 душа вольная. А ты гуляй, 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 эй, душа вольная. Твои признания, не нужны твои подарки, нет, ничего не хочу. И лишь напрасно слезы лила, я ведь так сильно полюбила, что была готова ко дну. Но ты мне больно сделал очень, не понимала я твой почерк, и слезы лить ни к чему. Я словно с тобой птица в клетке, как же скручу свою рулетку, но больше так не могу. А ты гуляй, 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 душа вольная. А ты гуляй, 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 эй, душа вольная моя. А ты гуляй. Огромное. У нас сегодня в студии Виктория Миролюбова. Это певица. И именно ее клип в одном из видеохостингов интернета набрал 30 миллионов просмотров. Мне кажется, это просто колоссальный успех. Да. Мне кажется, я даже немножко могу догадаться. Виктория, вот смотрите, у нас у девочек, ну, у каждой, наверное, есть история какая-нибудь, когда, ну, вот прям сильно не в того парня влюбилась. Есть у вас настоящая история из этой песни? Вот, то есть это ваша история любви здесь? Ну, частично, так скажу. Больше подруги и все вместе, да? Ну да, да, это как бы песня, придуманная вообще абсолютно спонтанно. Угу. Вот. Где-то я брала из своей жизни, где-то я брала вот так. И как-то так получилось. Ну, слушайте, ну если она так легко родилась, да, как-то вот сама, вы удивились, когда 30 миллионов просмотров? Я больше удивилась изначально, когда было там 15 миллионов. Когда 30, ну, как бы, я не знаю, как-то тоже. А как вы думаете, почему так много просмотров? Почему такой ажиотаж? Ну, вообще, я думаю... Да, откликается. Я вообще думаю, почему песня эта получила такой резонанс. Потому что мы, и я, в первую очередь, вложила в нее свою душу. Творчество – это же такое дело тонкое, поэтому и как бы, ну, вообще мы поработали неплохо над этой песней. Очень как, получается, хорошо происходил сам процесс работы? Вы писали текст, да, или автор не вы? Я автор. Вы автор текста. Музыку кто писал? Ну, есть специальные ребята, которые вам помогали, то есть они писали музыку на текст? Нет, они выпускают минусовки. Я наткнулась нечаянно на минусовку,
Вообще просто мне нравятся песни восточные, поэтому как-то вот нашла. А как себя ощущает человек, у которого 30 миллионов просмотров? Вот что вы ощущаете внутри? Я звезда, все, или как это? Нет. Нет? Нет, в смысле, у меня нет такого. То есть я просто работаю, все. Все просто. Все просто. А кем работаете, если не секрет? Ну вот я записываю песни и выпускаем их. Профессионально занимаетесь как раз вокалом. А вот сам клип, идея как пришла, реализация? То есть вы сами все придумывали с какими-то ребятами, там, съемочная группа, или как это было? Сценарий, получается, клипа вообще я придумала сама, но мы, получается, всей командой, я им сказала свой сценарий, мне говорят, что типа, о, круто, но надо сделать коррекцию. Кто-то внес свое, там, режиссер, продюсер, и так вот у нас родился полноценный сценарий клипа. Получается, 30 миллионов частично увидели Красноярск, потому что съемки клипа-то происходили у нас в городе, да, верно? Но вы же на федеральном еще канале презентовали, да, клип? На федеральном это на каком? Ну, где-то в Москве, наверное. Нет, мы выступали там по другой песне. А, по другой песне. Да. Но в целом вы представляете вот так Красноярск туда-сюда, скоро о нас все будут знать. Ну, я думаю, что да. Какие дальнейшие планы, в принципе, у вас? Работать, радовать людей. То есть новые треки на 50 миллионов уже тоже будет, да? А то и больше. А то и больше. Чего вам и желаем. Правда, думаем, что все получится. Виктория Миролюбова, певица, наша красноярская певица, которая уже 30 миллионов просмотров набрала на хостинге YouTube. Желаем самых ярких успехов. Спасибо.